Что-нибудь случилось? Чего ты хочешь? Решила навестить. Ты мне снилась тут? Просила, кстати, о помощи. Неужели я тебя просила? Глупый, правый же сон. Ведь отныне тебе уже никто не сможет помочь. Ты о чем это? Я говорила ведь. Изабелла станет для тебя концом. Вот и смотри. Зря ты мне не верила. Близок конец, Хюрем. Она здесь. Она в гареме. Кто? Принцесса Изабелла. Убирайся. Все ты лжешь. Если ты мне не веришь, иди да посмотри. Принцесса, это гарем султана Сулеймана. Вы теперь будете его частью. Жить будете в покоях фавориток. Будете следовать заведенным порядкам. Место это станет для вас подлинным раем. Я одного желаю, чтобы сын мой был счастливым и спокойным. А еще, чтобы здоровых шехзаде подарила ты нам. Аллах поможет в том, иншалла. Хюрем, Махидевран, проходите. Валиде, принцесса Изабелла, милости просим. Изабелла теперь будет жить в гареме. Я буду рада, если вы познакомите ее с нашими обычаями. Собралась. Гарем хочу осмотреть. Я ведь теперь жить буду здесь. Не надо громких слов. Не приживешься ты тут. Да что ты можешь? Не боюсь я тебя. Кое-что могу. Уж поверь. О том, что родилась, пожалеешь. Госпожа, а я ищу вас всюду. Принцессы нет. Мне сказали, она во дворце. Нилюфер, я все знаю. Позови Нигер ко мне. Жить здесь собралась. Сулейман, почему ты так со мной поступаешь? За что?
Принцесса. Что вас привело сюда? Султана Сулеймана хочу разыскать. Как мне пройти к нему? Может, покажешь, а? Нигер Калфа вам не объяснила, что ли? Вы не можете видеть повелителя, когда вам вздумается. Вы должны ждать, когда он вас сам позвать соизволит. Почему я не живу в его покоях? Что же, это запрещено? Принцесса, давайте-ка я назад вас провожу. Та женщина, почему она здесь? Сразу фавориткой султана сделалась. А Хюрем Султан что скажет? Она и ее прогонит. Ну вы и болтушки, иншалла. Ну-ка, все за работу. Нигер Калфа. А, ты еще. Ну что? Госпожа вас зовет. Приду, когда закончу. Прямо сейчас зовет. Хватит уже, Шахзаде, сегодня прохладно, еще простудитесь. А мне хочется еще погулять. Приходи завтра в мои покои, вместе поучим итальянский. Завтра увидитесь, Шахзаде. Принцесса Изабелла? Бисмилля, мне это снится. Бенвенуто. Кто это? Шахзаде Мехмед. Мехримах Султан, брат с сестрой. Бенвенуто. Благодарю. Какие славные. Иди сюда. Откуда она здесь, я слышал? Сбежала она? Что такое? Какой-то ты сегодня бледный. Честное слово, удивляюсь я тебе. Ты будто дьявол, всюду пролезаешь. Как нашел ее? Если с умом возьмешься за поиск, многое найдешь. Ладно, нашел. А почему ты ее сюда привез? Почему не в охотничий домик? Ну вот, Мустафа. Буду теперь жить здесь. Хорошо. Вы поучите меня испанскому языку? У тебя красивые волосы. И у тебя тоже красивые, детка. Мы, Шахзаде, нам пора. Ну-ка, 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 пошли, пошли, пошли. Госпожа, мне сказали, что вы звали. О принцессе будете спрашивать? Так ведь я не знала сама. Сейчас только ее встретила. Уже не важно. Подумай-ка ты лучше, что нам теперь делать. Вы о чем это? Мне от нее поскорее избавиться нужно. И ты мне в этом поможешь. Да, госпожа, но чем? Быстро ты забыла. Да если б не я быть тебе в старом дворце, так ты мне за доброту платишь. Госпожа, я вам благодарна. Только сейчас следят за мной постоянно. И вздохнуть не могу. Тебе придется постараться. Все, иди, поищи выход, подумай. Госпожа, ты свободна.
Приход принцессы очень кстати, Валиде. Хюрем не хватало подруги. Держись от них подальше, Махидевран. Пускай между собой ругаются. Того и гляди, их ссоры откроют для тебя покои повелителя. Валиде, ведь для меня нет счастья больше. Валиде, вот мы и перед вами. Проходи, Хюрем. Мехмед, Михримах. Ну-ка, скорее, 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 скорее. Тебе здесь нужно? Помыться хочу, госпожа ушла куда-то. Позже приходи. Она к повелителю? Ты кто такая, чтобы всюду свой нос совать? Уходи отсюда. Это служанка Хюрем Султан? Не беспокойтесь. Старший брат Мустафа не пришел? У него урок. Ты уже за детьми пришла? Пусть еще здесь посидят. Как вам будет угодно. Госпожа, говори. Принцесса пойдет сегодня к повелителю. Так вот, почему меня позвали. Что с тобой, Хюрем? Я к себе вернуться хочу. Ну-ка, сядь на место. Разве тебя отпускали? После пойдешь. Нигер Калфа, мне обещали мою лошадь. Когда ее приведут? Приведут, как только будет возможность. Вы до сих пор не закончили? Пошевеливайтесь. Почти, ага. Подожди немножко. Нигер Калфа, а? Ну-ка, ну-ка. Знаю, я тебе ничуть не доверяю. Я за тобой слежу, если ошибешься. Хюрем Султан и та тебе не поможет. А где принцесса? Я ведь могу с ней по-итальянски поговорить. Еще наговоришься, мой дорогой. Принцесса, это как мама. Ты тоже принцесса? Что ты, Михримах? Я родила Шахзаде, дочь султана, но меня не ценят. Я просто рабыня. Так, Валиде. Уведите-ка детей, им уже спать пора. Эсма. Следи за языком, когда дети рядом. Не забывай, что ты тут не одна. Хочешь, чтобы твои дети росли, слушая такие разговоры?
Вы же меня сюда позвали, чтобы принцесса Изабелла к повелителю пойти могла. Боитесь, что я узнаю об этом и их свиданию помешаю? Ну-ка, прекрати. Смотри, как бы тебе не пришлось потом расплачиваться за такое неуважение. Можете кого угодно на меня натравить, Валиде. Поступайте, как знаете. Меня вам не одолеть. Я смогу всех вас сломить, запомните. Как тех, что были до меня, как тех, что пришли после, так и ее смогу победить. Бедная принцесса Изабелла. Вай-вай. Упал? Вот несчастье. Убирайся. Кармина! Подожди еще. Умирать будешь. В страшных муках. Долго. Будешь еще молить о смерти. Госпожа? Решила проведать. Побережнее с ней. Уделяйте ей больше внимания. Принцесса, Валиде Султан соболезнования вам передает. При себе это всегда держите. В другой раз это обережет вас от сглаза. Боль. Можно лекарство? Сейчас я вам принесу. Мне очень жаль, принцесса. Мустафа, госпожа, приветствую вас. Мустафа расстроился, узнав о случившемся. Сразу к вам решил зайти. Мустафа так любезен. Мне уже лучше. Поправляйтесь, а мне пора в школу. Как это могло произойти? Я с 5 лет верхом езжу. Впервые упала. Даже странно. Вы уверены, что это случайность? Принцесса, будьте осторожны. Знайте, что Хюрем Султан опасна. Это Хюрем? Кто она? Все о ней только и говорят.
Все ее боятся. Она и вам вред причинила. Я так и думала. Thank you.